сказочная личность. И сказочно он скромен, господа. В нем сказочно отсутствует двуличность. И выгод он не ищет никогда. Какая сложная работа счастливым сделать хоть кого-то, цветок удачи принести, от одиночества спасти, а самому затем тихонечко уйти. Ну что ж, уважаемые ученики, сейчас вы можете поздравить ваших любимых учеников, учителей, подарить им свои цветы, любовь, ласку и так далее. Сказать несколько слов. Объявляется минута для поздравления учителей. Дорогие ребята, и, конечно же, мы поздравляем наших гостей с праздником Днем Знаний. Обязательно поздравим, чтобы они запомнили нас и наш праздник. Все, большое спасибо. Большое спасибо. Не надо больше цветов. Вы это сможете сделать после линейки. Все, спасибо, спасибо. Вы остальные цветы можете подарить после линейки. Поздравить также своих учителей, сфотографироваться и так далее. Дорогие ребята, от имени гостей и всех учителей мы говорим вам спасибо большое за ваше поздравление. И родителям тоже спасибо. Итак, наступает торжественный миг. Минута внимания. Замри, ученик. Сегодня он раздастся, ваш первый звонок. Вас пригласит на первый урок. А право дать первый звонок предоставляется ученику 11 класса Палтову Владимиру и ученица первого класса Бахтиной Марии. Звонок. Он как начало дальних дорог. Он за собой зовет светлый класс. Друзья, в добрый путь, в добрый час. Вот и закончилась линейка торжественная. И сейчас у вас будет первый ваш урок, который пройдут, конечно, ваши любимые классные руководители. Ну а по традиции первыми в школу входят это выпускники 11 класс и наши первоклассники. И первым заходит у нас почетные люди, это Палтов Владимир, Бахтина Мария, звенит первый звонок. Также у нас идет Ольга Юрьевна и Ираида Александровна, они тоже одна из них первый класс, другая 11-й. Thank you.
студентов, это 10 класс, который будущий год будет выпускниками 9 А класс и 9 Б. Заходит у нас вторые классы, это второй А, Б, В и Д. Приглашаю вас на первый урок. Вторые классы, проходите на первый урок. Второй А, второй Б, второй В. Под ручку со своим классным руководителем. Второй А, Б, В и Д. За вторыми классами точно так же выходят третий А, третий Б, третий В и третий Г. Итак, внимание, родители.
родители не заходят, заходят только дети. Итак, за вторыми классами идут третьи классы, третий А, третий Б, третий В и третий Г. После третьих классов идут четвертые классы, четвертый А, четвертый Б, четвертый В и четвертый Г. За четвертыми заходят пятые классы, пятый А, пятый Б и пятый В класс. Заходят шестые классы, шестой А, шестой Б и шестой В. Выстраиваемся парами, красиво заходим в класс, в школу. Седьмой А, седьмой Б. Седьмые классы заходят в школу и за седьмыми классами.